завтра праздную мою серебряную свадьбу. И я прошу вас, ваши дочери, отобедать у меня по-приятельски. Знакомство с творчеством знаменитого литератора в уютной обстановке. Каждый год сотрудники историко-литературного музея-заповедника Пушкина стараются удивить посетителей чем-то новым. В прошлом году провели театрализованную экскурсию по усадьбе в гостях у князей Голицыных. В этом подготовили обширную музейную программу. Сегодня у нас вторые неспешные чтения в цикле «Литературные встречи». Сегодня мы должны прочитать, я прочитаю, мы должны обсуждать во время чтения две повести Белкина, покойного Ивана Петровича Белкина, «Гробовщик» и «Метель». Первый цикл литературных чтений начался в сентябре с произведения «Борис Годунов». Ведь именно он был первым владельцем усадьбы в Больших Веземах. Впрочем, не только это ждало ночных посетителей, но и экскурсия, а также концерты классической музыки. Выступят Владимир Семянников, скрипка, и Лилия Остроушко, фортепиано. Можно будет также прогуляться по парку усадьбы Везема 18 века и оценить реставрационные работы, которые были там проделаны. Неспешные чтения в русской усадьбе будут проходить каждую первую субботу месяца. Все желающие могут не только насладиться произведениями, но и принять участие в их обсуждении. Евгения Августина, Екатерина Крамер, телекомпания «Одинцова».